Ну, бригадир проекта запрещает снимать мне его, как он работает. Это стройка выходного дня, строим дом, здравствуйте. Ну, что можно сказать? Пока его нет, где-то звонит. Можно посмотреть, что у нас получилось. Вот такая будет печь. Получается 3,5 на 4,5 кирпича. Шведка двухэтажная, но переделана под один этаж с летним ходом. Ну, здесь еще будет удлиненный топник, удлиненный. Просто потому, что мы вместо железной топочной двери будем вставлять со стекла. Поэтому, чтобы его сильно не коптило, ну и сами знаете, как у нас привозят дрова. Заказываешь один размер, приезжает там 3-5 сантиметров, 10, ну различные они бывают, длиннее. Поэтому топку решили сделать больше. Это раз. Во-вторых, КПД печки больше будет в результате. Да, может быть, пойдет немножко больше дров. Может, а может не пойдет, это уже по результатам печи, уже ее работы будет видно. Ну, вот как бы такое у нас изделие намечается. Проход здесь достаточный. Будет лестница, ну, начинаться с этого угла. Вот это вот под лестницей тогда будет, вот под такой лестницей будет мое место. Там повешу себе телевизор, здесь угловой диван поставлю раскладывающий, потому что зимой самое теплое место будет вот здесь, с тыльной стороны печки. Вот честное слово. И при этом рядом туалет с душевой, вот здесь, и рядом холодильник со столовой. Так что место я себе взял нормальное. А все остальные пусть там лазят наверху. Это их проблемы. Ну, чувствую, битва за мое место еще не закончена. Потому что не прочухали они еще до конца, как здесь будет хорошо. Так что, может быть, мой канал в будущем, когда все построится, будет называться коморка под лестницей, может так. Но это лучше, чем конура под лестницей, конечно. Или а где дедушка? А дедушка будет вот здесь спать, где дверь, вот здесь на коврике. Это, ну, возможны варианты, понимаете? Жизнь есть жизнь, ничего не сбросишь от нее. Так, это минус первый. Его не было. Мы за счет того, что, потому что есть нулевой ряд, мы минус первый сделали, его отзеркалили. Поэтому здесь пойдет вот сейчас нулевой ряд, так как положено. Это все зависит от того, какие, почему, потому что у нас будут еще теплые полы, плюс добавочно ко всему, и будет стяжка. Поэтому как бы вот этот минус первый ряд, он уже в утеплении, если вы видите, скрылся. Ну, как-то вот так, идем дальше.